Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина успешно ведет свой личный блог и владеет салонами красоты по наращиванию волос. Экс-участница реалити является экспертом в вопросах привлекательности и сама охотно идет на эксперименты. Вчера Алена решилась на очередное преображение. Она кардинально сменила имидж, покрасившись в синий цвет. Ашмарина поделилась кадрами своего нового смелого образа. Добавим, что в середине мая Алена решилась на очень смелый поступок. Чтобы поддержать старшую дочь Патриссию, которая сильно переживала из-за шрама от ожога на лице, Алена побрилась налысо. Она призналась, что поначалу не знала, как правильно реагировать на слезы дочери. Алене самой хотелось опустить руки и плакать, но она не захотела прививать Патриссии модель жертвы. «Я решила, что такая моя поддержка, это самое огромное, что я могу дать, чтобы ее дух воспрял не на несколько дней, как это было до этого, а надолго. Чтобы ее это шокировало и впечатлило. Чтобы она поняла, что есть я, и я всегда рядом, а остальное мелочи», — объяснила свой поступок Ашмарина. Алена подумала, что сбрив волосы, она сможет продемонстрировать дочери, что любит не за что-то, не за идеальную внешность, а за смелость, характер и стержень внутри. Многие подписчики Ашмариной поддержали ее поступок и выразили ей свое восхищение. Алену во всем поддерживает ее любимый человек, молодой блогер Рами. Он дает мудрые советы, прекрасно относится к ее детям и помогает в развитии блога. Ашмарина не раз признавалась, что для нее крайне важна поддержка бойфренда. Например, недавно Алена благодарила Рами за то, что он поддержал ее в принятии решения по поводу общения ее младших дочерей с их отцом. Ашмарина была восхищена его силой и мудростью. «Рами полностью поддерживает меня и говорит, что каждый может ошибаться и должен иметь шанс проявить себя и исправить направление жизни, тем более кровный отец», — поделилась эмоциями Ашмарина. Звездная многодетная мама не раз говорила, что ей бывает нелегко справляться со всеми трудностями воспитания детей, однако она всегда старается замечать только самые хорошие моменты и подавать дочерям позитивный пример. Алена отмечала, что дети дарят ей много счастья и радости. А после появления в их жизни Рами девочки стали видеть положительную модель отношений мужчины и женщины, чему Алена чрезвычайно рада.